Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана, и сегодня у нас обзор 13-го каталога Faberlic. Много интересных новинок, есть что сказать по ним. Итак, поехали. Девочки еще в комментариях просили сказать то, что я не люблю Faberlic. У нас был обзор для новичков, да, что, на что стоит обратить внимание, на что не стоит обратить внимание. Попробую на этих моментах сейчас остановиться, кратенько хотя бы так. Так, смотрите, у нас с вами новая будет помадка, жидкая матовая помада Must Soft Cream. Помада безумно понравилась, у нее достаточно плотная текстура, она сильно пигментированная. Подробный пост на нее написала в Дзене. Она отлично носится, она немножко блюрит губки, то есть они у нас такие становятся разглаженные. Прям вот. Вот мне вот этот эффект безумно понравился. В жидкой матовой помаде такого нет. Там все вот классно, все супер, но вот чтобы блюрились губки, нет, такого нет. Ну, в общем, кому интересно, на Дзен подписывайтесь, ссылка под видео. Там я посты подробные пишу и отзыв свой подробный тоже оставляю. Стартовая программа. Так, что у нас дальше? Дальше увлажняющая помада Hydra Shine. Это бальзамчик. Бальзамчик с довольно такой насыщенной пигментацией. Очень похож на помаду Keep Balm. Разницы я в принципе вообще не заметила, поэтому я не знаю, зачем еще аналогичную помаду выпускать. Но тем не менее, я такие продукты не люблю. Я люблю матовые помады. Поэтому потестировала, взяла, если кому-то нравится вот такой вот бальзамчик средней плотности, средней пигментации, то, пожалуйста, берите, если у вас сохнут губки там и так далее. Вот пудровая помада для губ Soft Nude, это тоже моя любовь. Помада для губ Velvet Kiss, вот тоже моя любовь, прям обожаю, люблю, они насыщенные, пигментированные, у них действительно матовый бархатный финиш. Но вот новую жидкую помадку прям рекомендую попробовать, потому что она действительно заслуживает внимания. Так, поехали дальше. Что я не люблю Faberlic? Ну, я не люблю некоторые туши, девчонки. Вот некоторые туши не люблю, но это слишком долгий у нас с вами обзор будет, чтобы говорить. Я не люблю палетки теней Faberlic, они мне не нравятся, потому что они как-то кожа их быстро очень съедает, они не стойкие, но зато я обожаю вот эти вот тени, жидкие, блестящие. Так, что еще не люблю? Вот эти палетки не люблю. Нет, есть они у меня, но тоже вот кожа как-то быстро съедает цвет. Не понравилось. Это надо фиксатор, это надо праймер. По тональному крему очень понравился. Написала уже тоже пост в Дзене. Кому интересно, почитайте. Там подробности нанесения, как пользоваться, что происходит после нанесения, как лучше пользоваться и так далее. Все там описала. Что еще? Что не брать в Faberlic? Даже не знаю, что вам рассказать, девчонки. Но вот серия из клея мне не понравилась. В принципе, есть неплохие тенюшки, оттенки теней интересные. Но, тем не менее, рука к ним все равно вот как-то не тянется. Вот серия Склер, карандашики все, они, ну, не будет стрелки. Они все размазываются, они тоже съедаются кожей, размазываются, отпечатываются, они очень мягкие. Вот по серии Склер могу сказать смело, что, ну, я бы новичку посоветовала пройти мимо нее. Зато лаки Faberlic классные. Действительно держатся долго, и средства для ногтей прям тоже суперские. Так, мимо чего? Мимо клея Faberlic я советовала пройти бы однозначно, потому что я с ним так и не подружилась. Если сначала он был бракованный, то сейчас он вообще отвратительный. Пилочку, кстати, я стеклянную не брала, потому что я стеклянными не работаю, хотя она была доступна к заказу VIP-консультантам. Она была доступна, но это не мой формат, я не люблю, поэтому... Так, смотрите, если надо, то надо. 40% на Global Oxygen. Хорошая серия, в принципе, очень хорошая. Достаточно легкая даже для жирной кожи. На это время года советую присмотреться. По уходу. Axiology кислородное сияние для сухой кожи. Тоже сейчас на осень для возрастной прям классно. Баланс продолжают использовать те, у кого... Кожа комбинированная или жирная, потому что дневной крем матирует. Что бы я ни взяла? Двухфазное средство для снятия макияжа и мицеллярный лосьон. Так же, как и тоник из этой серии, девчонки, я тоже больше не возьму, потому что мне щиплет глаза. Я знаю, что девочки есть, которые прям обожают, особенно двухфазное средство. Я не подружилась, мне щиплет глаза, мне некомфортно, и снимает макияж тоже неаккуратно с эффектом панды. Зачем я это буду брать? Как бы? Ну вот, вот, вот так. One Week Miracle, хорошая серия, сейчас зимой тоже можно к ней вернуться, так же, как и Dream Therapy. Есть много питательных продуктов. Но, девочки, что хочу сказать. Вот лучше куркумы пока для меня нет. Вот серьезно, ночной крем — это просто бомба какая-то. С утра просыпаешься, у тебя лицо гладкое, тоже слегка как будто заблюренное, красивое, сияющее, тон выровнен. Ну, в общем, ну просто сказка какая-то. Вот серьезно. Еще я не очень люблю вот эту маску серии Beauty Lab, потому что это такой ужас, черную маску смывать лица, где вот этот уголь иногда застревает в пушковом волосе, и эффект от нее я не очень увидела, поэтому вот это отнесем к серии не очень, не очень. Проходим мимо. Сейчас, кстати, по Омега Хит. У меня два крема стояли открытые, но так как ухода открытого много, я кремы, которые открыты,
Использую как маски. И вот сегодня я использовала дневной крем для лица как маску. Я хочу сказать, у меня восторг, прям полную кожу. Прям такой цвет лица сразу какой-то здоровый, классный. Питание и увлажнение, и питание. Вот я это очень заметила и хочу отметить. Прям питание. То есть кожа получила все, что хотела, выровнялась, мелкие мимические прям разгладились. Она напиталась, она стала влажной и стала хорошо. Поэтому, девчонки, конечно, намерена кожу не сушить. Сухая кожа – это ранние морщины. В любом случае, даже если она жирная, ее обязательно нужно питать. Так, не возьму никогда крем для лица Blur Velvet. Blur Vel. Well. В общем, потому что это гадость редкостная, я его выкинула, мне не подходит. Жирнит, тон какой-то жуткий, ничего не скрывает. В общем, бе, вот, девочки, просто бе. Так, что еще? А, мицеллярная вода из серии Биомика, я уже о ней давно-давно говорила. Ой, как же щипала глаза первая партия, просто вырви глаз. Просто вот чуть ли не до слепоты, девчонки, чуть ли не до похода к врачу. Обратная связь признала этот косяк, и они ее перевыпустили. Перевыпустили, я ее тоже взяла после перевыпуска, но все равно глаза щипли дико, поэтому, конечно же, мимо. Доктор Кор не люблю, а я знаю, девчонки любят. Вот мне как вода. А вот эти два средства никогда не возьму тоже, потому что это ужас какой-то. Это пластилин белый, который размазывается по вашей коже, она потом вся жирная, она потом неестественно белая. В общем, гадость, девчонки, редкостная, поэтому, но это мое мнение. Мы все разные, поэтому вы попросили, я вам отзывы даю. Вот эту линейку прям советую рассмотреть к уходу на осень сейчас. Все продукты рабочие, действующие, великолепные. Я люблю менять уход. Я люблю менять, а чем-то одним все равно. Вот мне понравилось, куркума, я повторила баночку, но я теперь долго повторять не буду, потому что что-то другое тоже хочется коже. Карбокситерапия, мини-формата 40% скидка. Если не пробовали никогда, возьмите, будет дешево со скидкой консультанта. Обязательно попробуйте хотя бы в мини-форматах, потому что вещь на самом деле классная, тоже вещь рабочая, выравнивает тон, упругость повышается, все супер, все отлично, все замечательно. По ботанике вот никак до нее руки не дойдут, но мне кажется, это такая маски. Вот маски тоже это разочарование мое в Faberlic, потому что они как-то некорректно, неаккуратно складывают лекало. Лекало получается с заломами. Оно не будет никогда таким ровным, как на картинке здесь, оно с заломами. Эти заломы на лекале остаются, и они отпечатываются на коже. То ли это материал маски такой, что она так заламливается, но другие-то маски других производителей в 100 раз дешевле не заламываются так, их достаешь, они ровные. И эти заломы отпечатываются на лице. То есть сделать маску куда-то пойти вообще не вариант. Эффект-то может быть и есть, и кожа может быть неплохо выглядит после маски, но остаются заломы. Парфюмерия Faberlic для меня это как бы, ну, практически табу. Мне мало что нравится. В основном это последние новинки. Последние. И то далеко не все. А так я могу сказать честно, что я не подружилась. То есть мне 10% ароматов с Faberlic нравится, наверное. Нравится, но не до такой степени, что, ой, это мой любимчик, я буду там постоянно его покупать. Такого вообще, в принципе, нет. Поэтому, да. А вот мужские ароматы стоят внимания. На них стоит присмотреться. У нас, смотрите, будут в объеме 30 мл за копейки отдавать Валькирию Феста де Вита, Биоси, водичку Каори. Прям вот рекомендую Каори и Валькирию попробовать. Они достойны внимания, возможно, они станут вашими любимчиками. Мужских ароматов много хороших. Но с женскими я подружиться не могу, честное слово. Прям ей-богу. Но я еще не люблю и не люблю очень давно. Это линейку Эксперт. Абсолютно все шампуни из этой серии у меня вызывают дикий зуд и шелушение кожи головы, кроме черного. Вот его обожаю, он работает классно, все супер. И вот этот, кстати, тоже не вызывает летний. Все остальные, даже после перевыпуска, у меня вызывают дикий зуд. Поэтому это тоже для меня табу. Я больше их брать не буду. Вот Марушку рекомендуют. Такая бюджетная, крутая линейка, девчонки. Вот она просто потрясающая. Особенно, если у вас волосики вьются от природы. И даже не от природы. Вот на Ксюшке вообще работает идеально. На мне тоже. Вот суперская линейка, бюджетная, но она прям может сравниться с какими-то люксовыми продуктами, вот честно. Никогда не возьму больше маску для волос Ботаника. Почему? Потому что она ничего не делает. Ну, вот просто потому, что она ничего не делает. Еще, девчонки, я не подружилась с зубными пастами Эксперт. Сейчас как раз мы до них дойдем. Их я тоже никогда не беру, потому что они повышают чувствительность эмали у меня. Смотрите, по желтым ценникам средства для рук. Есть отдельный обзор на эту линейку, очень достойная. Молодость рук тоже продлевать надо, ухаживать за ними надо, поэтому прям рекомендую присмотреться. Цена очень-очень-очень даже ничего. Вот как раз из-за пасты. Вот пасты японские не вызывают чувствительность у меня повышенную. Вот эти тоже более-менее. А вот пасты Эксперт любые, 200+, хотя ее многие любят. Все пасты из этой линейки, даже та, которая для профилактики для чувствительных зубов, и то она тоже вызывает у меня повышенную чувствительность, поэтому вот сюда я не возвращаюсь.
По желтым ценникам будет крем-компресс и антипреспирант. Надо запастись. Мужу антипреспирант, мне крем-компресс. Мажу ножки. Одеваю, сейчас у меня есть силиконовые носочки, полчасика хожу, потом иду, все снимаю пемзой. Все просто сияет, как у младенца, персик, ножки просто огонь. Линейка детская Ума по желтым ценникам. Обязательно наберу пену, меняющую цвет. У меня сейчас и Крестюша с ней купается. Вообще они ее просто обожают. И наберу паст, потому что девчонки их любят. Апельсиновая 6+, она с ментолом. А банановая 3+, она без ментола. Вот я беру апельсин Ксюшки, банан Крестюшки, и все супер. И эта детская линейка по желтым ценникам. Хороший какой каталог, слушайте. Еще никогда не посоветовала бы подгузники. Подгузники не впитывают. Я брала целую пачку, мы их кое-как израсходовали. То есть даже после одного пописа попа мокрая у ребенка. Поэтому вот это тоже прохожу абсолютно всегда мимо. Потестировала, взяла, вам рассказала и до свидания. По БАДам у нас, смотрите, скидочки будут на живицу. Я успела две банки взять, девчонки, хватайте, потому что мне кажется, сейчас ее расхватают вообще просто моментально. Хиты продаж витамин D3, никто даже не сомневается, что они хиты. Прокладки по 179 рублей у нас будут. Это must have, наоборот. Это всегда рекомендую, потому что лучше их не нашла. Корсет в новом размере, кстати, появился. XXL. Я не стала брать, потому что я знаю, что я его брошу и ходить в нем не буду. Он тоже был доступен к покупке VIP, но я прошла мимо. Масла. У нас энергия леса будет дешево. О, и свободное дыхание. Надо посмотреть, может, возьму. Потому что сейчас зима, сейчас будем доставать уже увлажнитель. Я туда добавляю масла. Кастрюля, кстати, понравилась. На нее тоже есть обзор в Дзене. Все показываю, все рассказываю. Ролик коротенький. Вот. Я хочу еще взять вот такие корзиночки. Я сейчас сниму обзор. Уже, может быть, он есть. Тоже в Дзене, куда я их применила, подо что, что, куда поставила и так далее. Мне очень они понравились. Смотрится красиво, смотрится дорого-богато. И прям, я вам даже скажу, украшает интерьер. Еще мне не нравится Гринли, девчонки. Не нравится ни кондиционер, не нравится ни гель для мытья посуды, ни биомоющее средство. Я не оценила. Это не мое. Гель для туалета нормальный, порошок нормальный. Но вот эти средства прям нет, я к ним не вернусь. Так, порошок у нас с вами минус 50%, по 333 рубля выходит со скидкой консультанта, больше пока никаких скидочек нету. Кондишены. Хочется уже, знаете, что-нибудь новенького в разделе бытовая химия, вот прям душа просит. Новый аромат, что ли, средство для мытья посуды, мыльца какое-нибудь новое к зиме, какой-нибудь новый ароматик. Очень хочется, давно тут новиночек не было, прям хочется их лицезреть. Так, дальше у нас с вами желтые ценники на Petit Else. Рекомендую попробовать вот эти салфетки. Они реально крутые. Если где-то запачкались, даже старое пятно девчонки выводят, не то что новое. Если где-то запачкались, прям ковер, там что-то, может, обои у вас ребенок запачкал. Да-да, даже обои. Я беру прям салфеточку, и все прекрасно удаляется, все вытирается. Водолазки 999 рублей. Надо посмотреть, может быть, обновить водолазочку. По бюстгальтеру есть отдельный подробный ролик. По новым вот этим, смотрите. Я не сказала, девчонки, в ролике, забыла про этот момент, но большая грудь, эти бюстики даже не рассматривайте. То есть до двойки. Вот до двойки, да, если больше двойки, у вас просто в эти чашки грудь не влезет. И вам будет, естественно, некомфортно. Вот такие бюстгальтеры, что на Валбере, что Фаберлик. До второго размера груди, не больше. Потому что девчонки потом пишут, разочаровываются. Я забыла тоже этот момент сказать в обзоре. Имейте в виду, на большой грудь другие модельки надо смотреть. Они есть тоже, ну, на Валберс, по крайней мере. Так, что у нас здесь, что у нас здесь, у нас здесь? У нас здесь, как всегда, распродажа, мега-акция будет, девчонки, смотрите, в период с 11 сентября по 1 октября. За каждые 500 рублей, грубо говоря, нам будут давать карточки «Твой бонус. Современный Восток» называется. Вот так у нас акция. Не забываем, что в период действия каталога надо заказ оплатить, чтобы эти карточки получить, а то заказать-то можно, а оплата может пройти по другому каталогу. Нет, так не сработает. И потом мы будем активировать карту в следующем каталоге до 15 октября и получать скидку, а также участвовать в розыгрыше подарков. Смотрите, в этот раз у нас с вами что? У нас с вами 1000 рублей на счет, 15 караоке-систем, 150 сертификатов, 1500 ароматов на выбор из нескольких и 15 роботов-пылесосов и 3 поездки в Дубай на двоих плюс посещение музея будущего. Ну, крутые, классные подарки, я скажу вам так. Я пока ни разу ничего не выигрывала, но тем не менее я верю в чудо. Классный будет подарок для новичков. Это косметика для дома, поэтому, если вы еще не зарегистрированы, ссылка всегда под видео, вы знаете, где ее найти. Но сейчас подарок пока еще лучше, сейчас пока еще денежки в подарок, поэтому смотрите, что вам больше нужно. Здесь тоже все отлично, набор прям такой ходовой. Так, вот и все, мои хорошие, надеюсь, вам было интересно и полезно. Если остались вопросы, обязательно задавайте. Всех люблю, целую, всем пока-пока.